8 региональных партий, которые примут участие на предстоящих выборах в собрании депутатов Ненецкого округа, сегодня получили свои номера в избирательной бюллетени. Жеребьевка прошла в избиркоме. Представители партии друг за другом тянули специальные конверты с цифрами. И вот как партии расположились в избирательной бюллетени. Первая – «Единая Россия», затем «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров России», далее идут «Гражданская сила», «Коммунисты России», замыкает список ЛДПР. Напомним, смысл жеребьевки в том, чтобы расположить в бюллетенях партии в определенном порядке. Никакого выигрыша от этого они не получают. У партии есть принцип жеребьевки. И каждый из них сам вытаскивает свой жребий. В соответствии с этим жребием, который они сегодня вытянули, партии, их краткие наименования и эмблемы будут размещены в избирательном бюллетене. Это наиболее справедливый метод размещения в избирательном бюллетене. По результатам прошедшей жеребьевки бюллетени уже в ближайшее время начнут макетироваться. Об этом заявили в избирательной комиссии.